Сегодня у меня цель проехать весь маршрут вело один. Поправка. Весь готовый участок маршрута. Начинается он от Яхрамы и заканчивается он в Дубне. Заявленная протяженность маршрута 56 километров. Все точно. Мои часы Garmin так и посчитали. 55 с копейками. На видео вы можете увидеть весь готовый участок. Я снял его от начала и до конца. Выключал камеру только для замены батарейки. В описании к ролику я поставлю тайминг, чтобы было понятно, где что находится и что можно увидеть на маршруте. Ко мне, например, сегодня на велотрассу вышли олени. В буквальном смысле, не в переносном. Издалека я подумал, это какие-то огромные страшные собаки, но нет, это прекрасные животные. Также на видео есть момент, когда я чуть не сбил другого велосипедиста. Также ставлю тайминг в описании. Смотрим и никогда так не делаем. Постараюсь ответить на основные вопросы. Как добраться? Как уехать? Что брать в дорогу? Что не брать в дорогу? В чем плюсы и в чем минусы трассы? И сколько вообще надо времени на такую поездку? Как добраться? Из Москвы, если не на своем авто, то это Савеловский вокзал. Оттуда около полутора часов до Яхрамы. Электричка проходит через несколько населенных пунктов, поэтому можете загуглить, может для вас будут более удобные станции. В электричке есть место для крепления велосипеда, что удобно. Вышли со станции, далее вбиваете в Google картах «Вело 1» и вам покажет начало маршрута. Вам туда. Это около полутора километров от вокзала. Когда вы приедете, вы будете на мосту. Вам под мост. Начало там. Ну и собственно говоря, отсюда стартуем. Вся трасса покрыта каменной крошкой. Это как плюс, так и минус. Плюс. Мягенько, приятно походить, побегать. А здесь люди бегают и ходят, и гуляют с колясками. Поэтому, велосипедисты, будьте бдительны на скорости. Следующий плюс. Трасса проходит вдоль канала. По пути встречаются зоны, где люди купаются. Берите с собой плавки и после первой двадцатки прыгайте в воду. Кайф. Еще плюсы. На трассе встречаются зоны отдыха. Ничего сверхъестественного, но посидеть на лавочке за столиком, выпить чайку, съесть бутрик прекрасно подойдет. Вначале есть велопрокат. Если приехали с другом без велосипеда, то там можно взять велик. И там же кафе, что тоже плюс. Видел на маршруте даже зоны подкачки колес с насосом. Это классно. Но вообще, если у вас нет велосипеда, рекомендую взять его заранее, чтобы от станции не телепать пешком до пункта велопроката. Какие вообще общие впечатления от готового участка? Сам маршрут, ребята, мне очень понравился. Где хочешь, останавливаешься, купаешься. Все очень живописно, все время по правую руку канал, и ехать совсем не напрягает. Говорят, что маршрут проходит через ряд достопримечательностей. Очень круто, что на маршруте стоят указатели. Но откровенно я их всех не видел, потому что моей целью было прежде всего проехать весь участок. Ну и, собственно говоря, я никуда не сворачивал. Но в следующей своей поездке я обещаю разобрать более детально все, что можно посмотреть вдоль трассы. Минусы. Но это минусы с натяжкой. Потому что, как мы уже поняли, маршрутом я очень доволен. Хоть трасса и имеет название «Вело-1», что подразумевает катание велосипедистов, но ее также можно было назвать и «Пешехода-1», и «Коляса-1», и «Собаковода-1». Братья-велосипедисты, будьте бдительны, так как в нашей стране принято гулять по велодорожкам, всем без исключения. Трассу «Вело-1» не обошли стороной. Отдельно для пешеходов, мам с колясками и детей трассу из Москвы до Санкт-Петербурга пока не придумали. Поэтому мы все дружно умещаемся здесь. На веломаршруте мне встречались и тинейджеры на мопедах, и гуляющие с собачками барышни, у которых поводки как лазерные лучи в шпионских фильмах пересекают дорожку. И, конечно, есть и чайники, которые забывают, что они на трассе не одни, и забывают, что за ними может двигаться кто-то еще и может двигаться быстрее. Как, например, случилось в моем случае, что велосипедист резко вдруг не просто решил остановиться, а решил еще и поворачивать влево, перегораживая всю велополосу. Из-за таких, казалось бы, глупейших ситуаций на велопробегах случаются крупные завалы с кучей травмированных велосипедистов и раздолбанных в хлам велосипедов. Если вы задумали совершать маневр, даже в самом безлюдном месте, не забудьте оглянуться и посмотреть по сторонам. Следующий не сказал бы, что минус, но особенность трассы. Она из каменной крошки. А что это значит? Любители скоростной езды все-таки не смогут побить свои рекорды, потому что накат не такой, как на сочинском автодроме. И, конечно, пыль.
Проехав всю трассу за пару часов, и я, и велосипед были покрыты сантиметровым слоем пыли. А вас ведь никто не забирает? Вам ведь еще возвращаться, поэтому лучшее решение — прыгнуть вместе с велосипедом купаться в канал. Тут еще один нюанс, о котором знают опытные велосипедисты. Берите очки. Та же пыль, мошки будут попадать в глаза, особенно во время длительного катания. Кто-нибудь или что-нибудь точно прилетит. Едем дальше. А чем дальше мы едем, тем больше хочется кушать. На трассе кафухта и тю-тю, ребята, либо надо сворачивать и искать где-то что-то, но если вы на трассе впервые, то сделать это будет сложно. Я приехал кататься, и мне не особо хотелось лазать по кустам, искать какой-нибудь ларек, поэтому потерпел до Дубны. Берите с собой банан, шоколадку, сытный бутер с индейкой и сыром маздам, кладите его в рюкзак, и тогда точно не прогадаете. Но тут и еще есть нюанс. Когда едешь далеко, от всего, что болтается у тебя на спине, устает эта самая спина. Поэтому лучше иметь подседельную сумку или подрамную, или ту, что крепится на руль. Тогда точно ничто не будет отвлекать от кайфа катания. Если же посреди участка вы устали или, не дай бог, травмировались, и вам срочно нужно сойти с дистанции, где можно свалить? Первая точка. Димитров. Ну, камон, ребята, это прям сильно близко от Яхромы, еще даже разогреться не успели. Следующая. Она где-то посередине всего маршрута. Это Мельдино или Мельдино. Это сразу после шлюза номер 2 канала имени Москвы. Только есть загвоздка. Там паромная переправа. Останавливайтесь, ждите паром. Переправляйтесь и дуйте на станцию Мельдино, откуда побыстрее в ту сторону, где есть теплый душ. Паромная переправа ждет вас и в Дубне. Катают паромщики каждые минут 15. Старенькие такие, на тросах. Плата за человека с велосипедом 35 рублей. Переправились и далее прямо по дороге чуть больше километра до станции Большая Волга. Там есть цивильное здание вокзала, магазин «Магнит» перед вокзалом, туалет и вежливый билетер в кассе, который продаст вам билетик на экспресс. Ну и дальше по старой схеме к теплому душу. Сколько же у меня ушло времени на всю дорогу? С Савеловского до старта маршрута вы доберетесь за 1.5 часа. Маршрут при скорости в 25 км в час с мелкими остановками вы пройдете за 2,5 часа. Из Дубны также прыгните на электричку и доедете обратно уже за 2 часа 30 минут. Точнее, в Дубне вам нужна будет станция Большая Волга, километр от конца маршрута. Там есть и вокзал, и туалет, и большой магнит, где можно купить себе пищу в дорогу или баночку пива, отметить успешное прохождение маршрута. Итого, по минимуму, у вас уйдет 6 часов 30 минут. Ну а свой максимум вы знаете сами. Хороших вам велопрогулок, друзья! Если вам это видео было полезно, не забудьте поставить ему лайк. Подписывайтесь, чтобы оставаться на связи. И не забывайте, что у меня есть второй канал про зарубежное образование, Smaps Education. Буду рад видеть вас и там.
долбоёбы, блядь.
Справа обхожу. Спасибо.